Проект «Летай бесплатно» презентовали представителям санаторно-курортной отрасли города, которые смогут стать его партнерами. «Летай бесплатно» – это инновационный сервис, который позволит туристам получать бесплатный перелет в Сочи и обратно. Это будет создано за счет того, что мы перераспределим стоимость авиаперелетов на партнеров, которым это тоже будет интересно, на отели, возможно, на визовые центры. Они получают себе клиентов потенциальных, то есть, по сути, они дают некую небольшую скидку в виде финансов, то есть, и мы этими скидками перекрываем стоимость перелета. Проект уже удачно протестирован в Москве. Клиенты «Летай бесплатно» получают авиабилеты в 7 стран мира, не затратив на перелет ни рубля. Пилотный проект был реализован чуть меньше года назад, то есть порядка 50 человек полетело в Европу. Это Франция, Испания, Италия, еще ряд стран. Первый шаг – это зайти на наш сайт, посмотреть, с какими партнерами мы сотрудничаем, вот, посмотреть, какая там акция проходит. То есть, возможно, это будет, то есть мы будем раздавать ваучеры и купоны на перелет, вот, и вам нужно будет заказать всего лишь отель в Сочи и полететь бесплатно. Обязательное условие участия – бронь гостиницы, ведь отель оплачивает часть бесплатного билета. Сервис «Летай бесплатно» для представителей санаторно-курортной сферы Сочи может стать новой схемой для повышения продаж, ну и привлечет туристов на берег Черного моря. Это дополнительный маркетинговый ход. Мы рассчитываем на большую популярность этого проекта, потому что само звучание проекта «Летай бесплатно в Сочи» оно звучит привлекательно, поэтому мы считаем, что если мы этот процесс организуем, то мы привлечем дополнительное количество туристов в наш курорт. Для получения купона или промокода на бесплатный перелет в Сочи потенциальные туристы должны воспользоваться услугами партнеров программы. Сегодня это рестораны, магазины, сеть барбершопов и языковые центры. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.